Я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Что за голоса такие непонятные вообще? Вау, чувак, ты откуда взялся? Как ты сюда зашел? Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял. Ты, блядь, кем себе возомнил? Отвали ты от меня! Че ему дать-то? Мне нет покурить. У нас цель поговорить с незнакомцем. Ну что тебе надо? Вау, тише. На кого ты работаешь? Говори! Чё? А, у них сходство. Чё? Ёбаный чип. Ну? Я его своими руками вытянул. Нет, стой! Ты же хуже сделал. Так, где таблетки наши? Нужно срочно... Я получу контроль. Получить таблетки. Да ладно, чувак. Я найду как. Ты меня слышишь? Да блин. Жестко прямо он с ним обошелся. Я бы так сказал. Давай дружить. Свали из моей головы. Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наше сознание соприкасается. А мне нравится. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Блять, 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 блять! Заметил, что нам нужно ползти. Отъебись от меня! Выметайся, уёбывай, слышишь? Надо убить себя. Это единственный выход. Слышь, сучонок, стреляй себе в башку, блядь! Сучонок, да, значит? Ебать. Кстати, цвет таблеток был красный и синий, да? Опять же, как с фильма «Матрица». Ну что, подъем. Пора работать. Так, миссия выполнена. Вечный сон. Пополнить боезапас, значит... Секундочку. Значит, так, стоп. Радио, давай ты отключишься. Отключись, пожалуйста. Нет. Не садись на бок. Я хотел радио отключить. Кстати. Ну, пусть хотя бы телек играет, чем музыка. То у нас YouTube, короче. Так, боезапас. Возьмем боезапас. А, значит, тут у нас что? Притайник. Вот, давайте посмотрим, что у нас вообще тут есть, да? А, значит,
В принципе, я не буду это складывать. А, курточку возьмем. Я ее сейчас одену. Далее. Где у нас здесь? Мелочная. Из гардероб. Одежда и снаряжение дополнительно. Идти дополнительно. Прочитать письма дополнительно. Так. Что тут у нас по письмам вообще? Кто нам писал? Задолженность по аренде. Диск мега. Не покупайте и так далее. Агрофикстер. А вот. На сайте Авенера замечены все транспортные средства, которые можно... Ну, в общем, это тачки, которые можно купить. Это уже будет, когда у нас деньги, скорее всего, когда и купим. Так, ладно, скрываем. Одежду. Значит, давайте перейдем в инвентарь. Снаряжение, вот. Нет, кепка нам не нужна. Сделаем курточку. Сверху пусть будет футболка, точнее, снизу. Брюки возьмем. Сапоги. Ну, что дороже, короче, одеваем это. Нет, это нам не нужно. Так, из оружия, значит, нам нужно что-то такое, что зеленым цветом, да? Это означает, что уровень 2. Значит, возьмем еще глушак, поставим сюда. Угу, угу. Так, это что такое у нас? А это гранаты и так далее. Вот единственное, что я хочу, вот этот пистолет снять отсюда. Можно его вообще как-то... А, вот, убрать. Убираем, все, пусть у нас будут кулаки. Ну, в принципе, все. Что нам еще нужно? Выйти с квартиры, найти еду. Значит, еду тоже возьмем. Вот она, еда. Все, выходим с квартиры. Курот Такимура. Надо встретиться. Приходи в дайнер дома. Это еще зачем? Погоди, пожалуйста, я хочу продать пушки, которые мне не нужны. Вот это продадим, это продадим. А этот пистолет культовый у нас, да, значит. Ну, пока оставим, давайте. Продадим то, что не нужно. Ну, в принципе, у нас 16 831 евро-доллар, или как там сказать. Из одежды продадим кепку. В принципе, то, что я не ношу, да, так скажем. Тут это ставим дело. Да. Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Полиция! Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер Тома. Я буду там. Встретиться с таким муром. Ну ладно, давайте. Административная мегабашня H1. Знаешь, что у вас автомобиль ждет подъезжать. Ну, в общем, наш автомобиль, короче, тоже поджидает нас. Рванул приборки, Виктор. А, в общем, Виктор позаботился о нас, прислал одежду. Так, ладно. Давайте быстрый переход. И у нас ближайшая станция. Это тут. Клуб по смерти. Давайте туда. Так, интересно, что там дальше будет. Так, ну что, погнали. Я думаю, можно пешком тут пробежаться, в принципе. Зачем мне такси на машине ехать? Всего лишь там 90 метров бежать. Значит, ну я вам скажу... Тачки здесь прикольные. Я вот жду, не дождусь, когда я получу Porsche Silverhand. О, забегаловка. Давай сядем, садись. Посмотрим, что он говорит нам. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала... Скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Йоринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сам хотел бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Почему вам кажется, что она уехала? Я искал ее, но безуспешно. Думаю, она замела все следы.
Ты говоришь, что Паркер обещала помочь тебе с чипом. Она работает на корпорацию? Без понятия. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Простите, что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ви, подожди. Ты нужен мне. Юринобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Юринобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Так мы что, такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Юринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть... процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить. Но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Что там увидел в телеке? Итак, Ханако-сама, я хотел бы спросить вас. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори! Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Да, он круто сказал. Чё слышал? Так Имура, не надо. Да, лучше успокойся. Тут тебе не богато раю. Хотя бы один из вас не кретин. Ну, спасибо. Сочту за комплимент. Ну, чё будем делать? Юриноба? Или как тебе там, Такэмура? Ну ладно, давайте пойдем. Мне надо все обдумать. Спасибо за предложение. Я подумаю. И перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. Да куда мне там уехать? С чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали вариант. Смотрите, как сзади китаец жрет бургер. Я обращусь к Эвелин Паркер, создатель... Я думаю, создатель чипа должен что-то знать. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его. И он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. Зачем вы искали Хельмина? Корпорат сбежал к другой корпорации, а вы знаете больше, чем я думал. Ну, давайте к основному перейдем. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Юринобу. Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем.
Крысы громко пищат, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб посмертия. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Так бестия же с этим. Вы не знаете, как говорить с такими, как она, да? Вы работали на Сабура и до сих пор не знаете, как говорить с сильными мира сего? Она не хотела иметь ничего общего с тем, кого называют убийцей Сабура Арасаки. У бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юринобу Арасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Ну, я думаю, скорее всего, он прав, потому что... Я не могу здесь больше оставаться. Она всего лишь заказчица. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Никак не доест свой бургер. Тогда до связи. Как он ест. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Так, ладно. О, привет. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. О, мы теперь приятели? По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься, типа ничего и не было? Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Да, а то люди подумают, чего что тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужен мне живым. А не пошел бы ты нахер? А представь, каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее 1000 лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль — это ее старый дружок Джонни? Да ладно, бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Никаких нас нет. Нет никаких нас. Ты бы подмышки себе побрил бы лучше. Так, ладно. Значит... А это что такое здесь у нас? Что-то подсвечивается. Ну, якобы. Ой, что за просто? Так, ну чё, смотрим. Погоди, стоп. На прибытие позвоните Джуди дополнительно. Смотрите, вы здесь в поисках Эвелин. Так, вы знаете, как мы сделаем? Есть дело, чувак. Хочу организовать распродажу. Никакого шлака, то лучше товар. Где-то немного с нами местно. Не подумаешь сменить хату? Мой чумба из азбуки жилья. Спасибо, я посмотрю. Тут. Эвелин Паркер. Ага. Понятно. Посмотри, посмотри, тебе понравится, тачки, пушки, хоть ты не знаешь, ну, в общем, понятно. Виктор.
дополнительное задание, да? Потом нам нужно осмотреть еще лучше. Это ты? Линзис. Блин, а я думала, ты умер. Я тоже так думаю. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Почему? Я тебе что сказала? Не спрашивай меня. Точка. Давай, может, встретимся и поговорим, а? Ты в Лизис? Как так можно вообще? Смотреть. Отправлять копов в такой район за год до отставки? Лизис. Это какой-то прикол? Я думаю, надо вызвать... Ой-ой-ой-ой, я не хотел сюда прыгать. Ну ладно, давайте вызовем тачку. Я не могу ее вызвать? В смысле, это зачем? Ты что, охренел? Мне что, пушку достать? Слышь? Нет, давай какую-нибудь клевую тачку разберу. Устань. Я хотел забрать эту тачку, блин, почему я не могу сесть? А, вот, сейчас могу. Всем патрулям в Уотсоне зафиксировано нарушение порядка. Как обычно. Принято. Скоро будем. Обнаружен транспорт подозреваемого. Сведения разосланы. Всем патрульным. Подозреваемый все еще в районе. Внимание, порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию. Удачка. Хорошая память на лица. Мы сейчас закрыты. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Ну, спасибо. Эй, давай как еще раз. Закрыто, что в чем конкретный момент нас надо? Уговорите его. Если не сработает, не знаю, прибейте. Главное, чтобы я могла в комнату вернуться. Джуди опять устраивает сцены. Эй, куда собрался? Там ничего интересного нет. Пусть идет, это друг Джуди. Ну ты добьешь твой бабушку? Здесь никаких британцев не будет. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? А это кто такой? Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своим гостем. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше... Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Ты можешь на вопрос ответить. Я ищу Эвелин. Это все, что тебе надо знать. Ну, ищи дальше, чё. Удачи. Если ты не знаешь, где она, так и скажи. У меня нет времени играть в угадайку. Знаешь или нет? Все, с меня хватит. Уходи. Если хочешь, поищи ее в облаках. Это все. И где эти облака? На столе портсигар с адресом. Забирай его и выметайся. Мега башня. Разговор. Статусное место.
Ну, спасибо за информацию. Что за облака? Слышишь, ты что, укрытие мне еще? Эвелин там часто зависает? Или работает? А хрен его знает, что они пошли. Разберемся, короче. Так, это другой выход. Вау, из патрона. Клуб закрыт. Тебе никуда ты не порвал? Ты же не к Эвелин пришел, а за Виртами Джуди? Да? Нет. Годные штуки. Сама посмотрю. Так, ладно, поехали в блокад. Посмотрим, что у нас тут. Меня зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну, не слышу, приятно познакомиться. Наше знакомство – честь для меня. Нужна будет работа. Звони. Обязательно позвони. Акада, госпожа и хозяйка Вестбрука. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. Обязательно. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Я согласен с тобой. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Эта монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Тигриные когти, считай, филиал Арасаки. Интересно. Все корпораты играют грязно, но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп банку. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более это Арасаки, тут не лучшее место. Них. Так, по-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? А это что такое? Подождать? А, ну до вечера надо подождать, понятно. Ждем. Так, облака. Просто мясо. Ну, сразу же там было. Привет, давай рассказывай. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Ну, я думаю, вот с остальными играться вообще нет смысла, потому что единственное, что было бы у нас немножко логики, то можно было бы подключиться через безопасный, небезопасный порт. Ну ладно, подключимся. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. Пусть будет самурай. Самурай. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Кукол? Нифига себе, здесь даже парни есть.
Так, ладно. Ну, слава богу. Что? Скай и Ангел? А, блин, даже не знаю, кого выбрать. Или я... Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Один Джонни и один я. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Ну, блин, даже Скай это девушка была или Ангел? Я думаю, Ангел. Думаю, я возьму Ангела. Да. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Я не хочу платить. А если я скажу, что я не хочу платить, что тогда? Ну ладно, давай заплатим. Вот, пожалуйста. 500, типа, баксов не так уж много. Оплата успешно прошла? Тем если более, хотите еще, расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Ангел ждет вас в шестой кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Окей, хорошо, сдаем. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Желаю вам приятного. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джонни? Реально, вот я думаю, блин, Ангел у нас здесь не парень того. А ты у нас, оказывается. Блин, я же не его хотел брать. Винсент, правильно? Я Ангел. Блин, я думаю, Ангел это девушка. Короче, зови меня. Кажется, называй меня Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Для остальных я просто Ви. Мы с тобой познакомимся поближе уже совсем скоро, солнце. Ой, ладно. Ладно, уговорил. Помоги мне расслабиться. Какой расслабиться? Рассказывай мне про Паркер, короче. Итак, Ви, ты умираешь. Нет, я ищу кое-кого. Я ищу девушку, которая здесь работала. Эвелин Паркер. Ты знаешь ее? Где она теперь? Тебе надо смотреть на мир шире. А ты смотришь на частности и мелочи, такие как Эвелин. Не делай вид, что ты меня знаешь. Мне просто нужны ответы. Тогда задавай правильные вопросы. Нужно ли переживать о том, что уже случилось? Что именно? Нет. Произнеси. Давайте произнесем. Самурай. Самурай. Я не хочу просто с ним быть до конца. Что? Что происходит? Вот ты теперь в реальности. Ты остановил сеанс. Yes. Я сделал что-то не так? Тебе не понравилось? Да нет, просто я нечаянно выбрал себя. Что ты знаешь об Эвелин? Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Ты уж извини, но у нас так нельзя. Я не могу рассказывать тебе ничего про наш кукольный дом. У меня могут быть неприятности. Давай ты лучше уйдешь. Я даже не знаю, будет жалко, если с твоим лицом... Нет, не будем угрожать ему. Давайте попросим вежливо. Помоги мне, прошу. Я просто хочу поговорить, узнать, все ли у нее хорошо. С ней могло что-то случиться. Я ее видел-то всего пару раз. Понятия не имею, где она сейчас. А до меня ее никто не искал? Ничего необычного не помнишь? У нее был скандал. С клиентом. Подробностей я не знаю. О таких вещах у нас тут не спрашивают. Том, наверное, знает. Они с Эвелин общались? Спроси его, а меня оставь в покое. Том, кто это? Друг Эвелин. Они в свободное время всегда тусили вместе. Где мне его искать? Он работает здесь, куклой. Кабинка 2, в зоне для випов. Спасибо. Не за что. И не приходи ко мне больше никогда. Да, ты мне особо-то и не нужен. Так, ладно, идемте. Кабинку вип. Чё так? В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю! На этой неделе у вас нет доступа в вип-зону. А я говорю, я понял, он меня не пропустит. А я говорю, да, значит, нет. А это что такое?
Это нет, можно? Блядь, я к тебе уже обратился, ебла. Слушай, мы можем изменения применить. Это дебил не хочет меня пускать. Что это? Насколько я вижу, ваш пропуск в зону был аннулирован. Что ты сказал? Так, а это что такое вообще? А, это взлом, все понятно. Так, Е9. БД, потом... Нет, стоп. А я могу выбрать что-нибудь? Давайте 1С выберем. А, блин. Продвинутая добыча. Ну ладно, хоть что-то. Надо научиться потом этой фигней пользоваться. Так, здесь у нас туалет. В принципе, ничего такого. Нам, наверное, скорее всего, сюда. Но сюда не можно попасть. Найти карту доступа в VIP-зону. Попасть в VIP-зону. А он из VIP-зоны? Давайте его замочим. Давайте не убьем его. Так, у тебя что есть? Вот, как раз, карточка. Ну, давайте тело тоже спрячем. Ну, пусть он лежит вот здесь. На тавочке сидел и покупал. Обдурился, в общем. Ладно. Зайдем, как положено, и гости. Так, ух ты ж. Вот это да. Что будете? Да нет, ничего все равно. Хоть бы этот не пиздел, не по делу. Дважды. Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю, а у меня нет твоих данных? Я даже не знаю, что делать. Я сейчас тебе все тут починю. У тебя я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы... Само собой. Ну, найти кабинет Дубмана, окей. Так, а ты у нас только продаешь. А здесь фирменный коктейль? Нет. Думаешь, они правда ничего нет? Так в этом же все и дело. Они как раз и не должны. Ага. Так, блин, тихо, не агрись, я все понял. Мне нельзя пройти оттуда, но мне нужно в стелсе как-то пройти отсюда. О, блин. Погоди, я могу? А это что такое? Стоп. Эй, кто это там? Не агрись, чувак. Это всего лишь призрак. О. Ну что, Дубан, где у нас ты? Стоишь-то? Так, тут тоже какая-то запись есть. Давайте осмотрим тут все. Открыть силы. Я не знаю, зачем я это сделал, но, наверное, пригодится. Так, ограбим этих. Сука, сумку оставила. Думаешь, она у нее одна? Тут вся ее мелочевка. Наверное, она спешила. Скорее всего. А тут у нас что? Вон, хер сидит там. Ну, привет. Эй! Клиентам сюда вход запрещен! Если не трудно, закрой дверь с той стороны. Ты же видишь, я очень занят. Я ищу Эвелин Паркер. У нас тут такая не работает. Раньше работала. Что с ней стало?
Наверное, исполнила мечту всех кукол и охмурила какого-нибудь богатого оленя. Близнецы, возраст 27 лет. Мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси из второй кабинки. Жопа такая же круглая. Остальное чип доработает. Разницы не почувствуешь. Ты не понимаешь, что стоит на кону. Скажи мне, где. Давай попробуем договориться. Я вижу, ты человек деловой. Мне кажется, мы с тобой договоримся. А мне кажется, что ты маньяк, который охотится за своими бывшими по всему городу. Ну это ладно. Я тебя слушаю. Все, надоело с тобой возиться. Ты просто не знаешь, кто стоит за тигровыми когтями. Я заплачу за информацию. У тебя есть инфа, у меня Эдди. Честная сделка. Назови цену. Ты что-то попутал, мальчик. Тут за Эдди покупают шлюх, а не стукачей. По-твоему, я похож на шлюху? Я просто хочу внести пожертвование. Я же сказал, что ты похож на делового человека. Ты не слушал? Надеюсь, деловой человек в состоянии отличить небольшое пожертвование от взятки. Я бы еще так поболтал, но лучше скажи прямо, к чему ты клонишь? Твои боссы должны знать, как ты относишься к клиентам. Я могу прикончить себя за секунду, давай не будем усложнять. Да мне кажется, мы можем решить все вопросы мирным путем. Давай не будем усложнять друг другу жизнь. Это ты тут усложняешь. Я все равно знаю то, что мне надо, я могу прикончить... Ну ладно, опять же, мы по-хорошему говорим. Послушай внимательно. Я рано или поздно ее найду. И после этого с некоторыми людьми начнут происходить разные вещи. Будет печально, если среди них окажешься ты. И тебе кажется, что с тобой вещи не произойдут? А ты угадай. Ладно, ладно. Я расскажу все, как есть. Так, что-то подозрительное. Твоя тёлка, как ее, Паркер? Ну? Ее тут нет. Это я уже давно понял. Где она сейчас? Думаешь, ты во всем разбираешься? Да ни хера подобного. Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ебаться хрен знает с кем. Они работают. Их задача приносить доход. Слушай, давай перейдем к делу. Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ ее утилизировать. Ты ее убил? Нет. Я нашел Рипера, который хотел на нее посмотреть. Сказал, что как-нибудь починит. Давай фамилию и адрес Рипера. Фамилии не знаю. Не зли меня. Очень надо. Зовут его Фингерс. У него клиника в переулке по Чпок-стрит. Там и ищи эту свою Эвелин. И больше тут не показывайся. Ясно? Поезжай лучше на лифте. Чем быстрее ты отсюда съебешь, тем лучше. Ну, спасибо. Доктор Фингерс, Чпок-стрит. Прям влажная мечта студентки. Ну что ж, идем. Без боя, без всего, короче, смогли уйти отсюда, да? Нормально так. Вызвать лифт отключен. В смысле? Мы едем или нет? Кто это мне пишет? А, нет, это не радио. Это типа я приехал уже, что ли, так быстро? Не забывайте свое оружие. А, да, точно. Спасибо, что сказали. А где оно вообще? Все. Хорошего дня. Если захотите снова оказаться в облаках, будем рады помочь. Карахо! Вон народ! Да уж, веселенькое местечко. От такого веселья и повеситься недолго. Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Вижу, ты не изменил мнение о кукольных домах.
Нет, почему же? Раньше я считал, что их надо обходить за километр, а лучше за два. А вот теперь я совершенно уверен, что их надо выжечь напалмом. Опа. Значит, спуститься на лифте на первый этаж. Ну, окей, сейчас лифт приедет. Так, значит, первый этаж. Скорее всего, мониторы не ломаются, да? Сейчас, наверное, поедем к этому Фингерсу. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. Я думаю, сможем найти. Не проблема. А, блядь! Так, стоп. Ну это что за херня? Да что ж такое? Господи, хули тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Ради идеи или ради мести? Скажи, зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы? Или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Что такое Микоши? Ладно. Что такое Микоши? Они написали Микоси. Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью? Ну, думаю, что слежу. Да, так ты и стал конструктом. Именно, молодец. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Ну так и что дальше, договаривай. Давай, давай. Я же вижу, тебе есть что еще сказать. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. Мне уже немного лучше, так что давай, вали. У меня куча дел. Хочешь, скажу тебе, кто мой козырной туз? Альт Каннингем. Съеби уже. Надоело тебя слушать. Ничего, ничего. Еще прислушаешься. Главное, не поймай где-нибудь пулю, окей? Ну, окей. Не поймаю. Ну что ж, ребят. Значит, нам нужно добраться до Тачбок-стрит, чтобы выяснить, где у нас Эвелин Паркер. Думаю, на этом мы закончим с вами. И продолжим уже в других частях. Ну что ж, ребят, спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.